Такими все молодыми подвижниками. Практически чуть-чуть постарше, чем вы. Ну, а ваши, наверное, сверстники. Анализировать и задумываясь о тех ребятах, которые шли на войну, действительно, они были настолько молоды, настолько еще и жизни-то не знали, и радости никаких не испытали. Очень грустно, конечно, и столько людей погибло. Поэтому и в каких условиях приходилось им воевать? Вечность Максима. Вечная слава героям, вечная память. Давайте помолчим и помянем минуты молчания всех тех, кто погиб на войне и умер от ран после войны.